На Чукотке стартовал проект «Партнерство сильных». Его задача – помочь небольшим предпринимателям начать сотрудничать с крупными компаниями, которые ведут деятельность в регионе. Первая сессия с представителями компании Highland Gold прошла в Билибино. В администрации Билибинского района прошла первая сессия партнерства сильных с представителями компании Highland Gold, цель которой – строить малый и средний бизнес в производственной цепочке крупных компаний, осуществляющих деятельность в регионе. Предварительно подготовив презентации своих услуг, на встречу пришли предприниматели и представители компаний, в основном из сферы грузоперевозок. Но также были представлены услуги по строительно-монтажным и дорожным работам. Помимо презентации, согласно регламенту сессии, у каждого ее участников возникали вопросы, касающиеся сотрудничества. На некоторые из них были даны ответы сразу, а некоторые требуют детального изучения. То есть вот этот критерий о 7 лет, он немножко не актуален. Ну, давай так, я ответственно заявляю, что это не основной критерий. Highland Gold – крупнейшая компания, в их активе акционерное общество, базовые металлы, общество с ограниченной ответственностью «Рудник Волунистый», акционерное общество «Чукотская горно-геологическая компания». И это только в Билибинском районе. Проект «Партнерство сильных» позволяет выстроить прямую коммуникацию между малым и средним бизнесом с крупной компанией, что поспособствует более ускоренному развитию логистических услуг и ряда других отраслей, а также развитию региона в целом. Учитывая специфику нашего района и возможность выходить на торговую площадку для участия в конкурсных процедурах, участники сессии пришли к общему решению, что самым удобным способом информирования о требуемых услугах станут социальные сети. Будет создана группа для прямой коммуникации с представителями Highland Gold, вступить в которую будет возможность у каждого. Владимир Петровский, Николай Корчагин, Вести Чукотка, Билибино.